Здравствуйте, друзья. Ну вот сейчас это был романс на стихи Александра Блока. Песня «Судьбы» из одноименной пьесы Александра Блока. Ну, желающие могут прочитать ее, там очень много интересного. Вот. Сейчас будет тоже такой, интересно, что это женский романс, который написан как бы мужчиной Александром Блоком и композитором, то есть мной. А теперь будет еще один такой мужской женский романс на стихи Юрия Олеши и опять же музыка моя. «Письмо истерической женщины». Марине Восьмого с огородней кофейне на открытой веранде. Вы сидели в компании при помаженных денте, накрашенных там. И я видел ясно, что теперь вы забыли о синевой ванне. Вы забыли, так что ж, я вас помню и знаете, никому не отдам. Вы склонились к соседке, говоря комплименты, я ваш слышала голос. И мне врезались в память маникюрные руки, на них по кольцу. И дымящая чашка в ужасные миги я с собой боролась. Мне хотелось подняться и перчатки вас больно хлестнуть по лицу. Милый мой нехороший, ну скажи мне, зачем ты вот с этой вот рыжекудрой так любезен и весел? Неужели я хуже ее, твой острый коса? Если любишь, так рыхни, чтобы пахло не воем, а дешевою пудрой. Я могу, если хочешь, закурить папиросу и подмазать глаза. Эх, скачал бы ты сразу, ты увидел сирень, увидел бы море. Голубое такое, сбросал бы стакан и обругал этих дур. А потом мы с тобою, ой, как ты нехороший, выстрелет на моторе. Потерплите, целуясь, кардильеры на Цейлот, а потом Сингапур. Скачал бы ты сразу, ты увидел сирени, увидел бы море. Голубое такое, разбросал бы стакан, обругал этих дур. А потом мы с тобою